Более 20 кораблей Каспийской флотилии провели морской бой с условным противником на учениях ВМФ России. Они отразили удары средств воздушного нападения, провели тренировки по борьбе за выживание и боевому маневрированию для вывода сил из-под ударов. Масштабные учения проходят на 4 главных водных рубежах страны. Экипажам кораблей, морской авиации и береговым войскам предстоит выполнить свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. Главная цель учений – проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней.